И снова всех рад видеть. Продолжаем следующую серию. Итак, по квесту, что нам нужно? Ракеты. Помочь логисту отомстить пилотам, найти лагерь стервятникам. 13-й уровень сложности. Угадай, мы уже выполнили. А это 12-е. Награда опыта много будет. Давай стервятников найдем. Блин, мы еле-еле выжили. Это не годится. Зато опыта быстро много получили. Найти лагерь стервятников. Я боюсь, мы так долго не проживем. Все так хорошо, как мне казалось. Здесь противник посерьезнее. На место стрелка. И монтироваться. Так, со здоровьем совсем становится. Твою мать! Thank you.
Заехать в лагерь стервятников. Вот это вот лагерь стервятников, наверное. Да, это лагерь стервятников. Тут запрыгнуть можно. Понятно. Заехать в лагерь стервятников. Заехать. Ну давай попробуем объедем. И мне моя шкурка, которую играем, начинает надоедать, надо будет поменять. Ух ты, синяя пушка. Синяя пушка у нас получается высокая бронебойность. Отлично, 13 левел. Вот это хорошая пушечка. 13, зажигалка. 59. Смутьян обычный не пойдет. 120, 135, 8-кратная стрельба через режим прицеливанием. Давай возьмем, посмотрим. Так, пока все возьмем. Слушай, я вроде объехал и нифига. Так, а здоровье-то у меня совсем не актив. А вот сейчас чуть получше.
Давай посмотрим. Так, это соточка, да? Этот пистолетик мародер. Высокая бронебойность, емкость 82. Вообще ни о чем. Давай этот возьмем. Так, а давай снайперку-то мы уберем, возьмем какую-нибудь дурынду. Это что такое? 13, 26. Против щитов. Меткость. А вот это 14, а вот это возьмем. И чё? Так прибыло? Твою маму, да? Тоже не нравится. Так, ладно, это уже не годится. Давай 13-й зажигательный возьмем. Так, а что нам там в лагере-то надо было? Нам надо было что-то в лагере. Было что-то в лагере. Взять волейбольные мячи, взять канистры с бензином, застрелить пилотов. Есть такое. Канистры взяли. Сот 8 емкость щитов. Пусть будет. Так, здесь мы. Ух ты, ё-моё. Нельзя оружие пока. Так, вот это вот против брони 20. Ну, вот это. Да твою дивизию, на. Там брони-то вообще нет.
Так, брони нету, это вообще ни о чем. Это ни о чем оружие. Так, зажигательный змей. 49, это 82. Высокая бронебойность, урон. Вместо этого пойдет. Так, что это? 37, взрыв. Вместо этого, это что, точный гарпун? Это я вообще ни о чем. Что тут еще у нас есть? Ну, давай попробуем. 159. Нет, оставим так, как есть. Все. Голиаф, да что ж ты будешь делать? Давай, 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 чуть-чуть, чуть-чуть, давай, 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 еще, 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 чуть, 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 блин! У них на базе прям трансформировался-то. Меня еще деньги взяли. Так, здесь вроде со всеми разделался. Ну, повнимательнее быть. Так, здесь у нас есть то, что потом нам поправит здоровье. Кто там, чё, куда там? Откуда ты? Мне повезло, да это тебе повезло, что я тебя раньше не убил. Так, это что у нас? Так, нам надо туда здесь все осмотреть.
Так, хорошо. Текаем. У нас уже почти 14 левел. Ни о чем. Так, ну давай вместо вот. Нет, это вроде нормально. Скорость стрельбы. Вот это вот тогда. Берем пока, поставим снайпер. Кто там стреляет? Пока не вижу и не слышу. Давай возьмем. Там ясно будет. Нужна она нам. Пригодится. Не пригодится.
Ох ты, боже мой. Так, здесь вроде... О, зелененькое, что-то зелененькое. Непонятненькое. Нам надо еще два три влюбленных меча. Здесь вот было где-то три волейбольных мяча. Так, мы сюда спрыгнули. Смотрели. Да, ну контент пока просто радует. И машины прибавились, и пушки сильнее становятся. И даже какие-то базуки. 47, 13. Ну, пусть будет, надо будет поменять. По-любому надо будет чуть-чуть выше все оружие взять. 40, продать. Пока дают, будем брать. Так, здесь мы закончили, здесь больше ничего нету. Пойдем вот таким способом. Лучше, чем было. Так, а здесь мы были, когда нас убили. Ничего. Достаешь до меня, гад. На. Да не то я. Этот 107, это уже лучше. Да ты дебил.
Ладно. Раз снайперка теперь нам не нужна, что мы можем взять? Вот эту возьмем штуку. Вроде неплохая вещь. Так, вроде неплохая. У нас появилась... да, вот эта фигня появилась. Что у нас тут? Здесь вот у нас было. Урон увеличить. Да, наверное, урон увеличим. Смотрим. Смотрим, 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 что у нас есть хорошее, что есть плохое. Убираем ненужное. Так. Из того, что есть, щиты. Этот щит хороший, этот. Да пока не надо, он белый. Выбросим. Так, вот это вот леденящий кровь герой. 2,2 к прицел. Расходует меньше 800. Дополнительно взрывной. Вот это вот нам не надо. 13. Очень эффективно. 34. 12. Молнии. Урон от молнии. 53. И получше. Стоит 147. Да, вот это выбрасываем. Так, точный гарпун у нас получается скорострельный пистолет. 59. Это восьмой. Ну, давай его выбросим тогда. Это что у нас? Возьмем. Ну вот так выбросим. Так, выбросили. Отлично. Это что такое? 82. У нас тут винтарь убираем. Вместо инвентаря ставим где-то. Пистолет какой-то был мощный. Пистолет был мощный. Пистолета мощного. Вот так вот. 101. Этот мы хотели. Поджигающий. Так, поджигающий, да. Пока вот так оставим. Так, повыбрасывали. Так, 150. Взрывной. 107. Вот этот возьмем. Так, выбираем тогда вот это вот и выбираем наш пистолет. Вот этот вот. И теперь тот, который взяли. Смотрим, вот он. Вот этот вот. Так. Скорость одинакова абсолютно. Скорость стрельбы ограничена, но обойма больше. Перезарядка ниже, скорострельность. Очень. Этот точный гарпун, да? Ну да, тогда поменяем вот так вот. Сто сорок два, 149, 151. Да ладно. Все оружие все равно не собрать. Туда нам надо.
Сюда нельзя. Ладно. Забраться. Вот с это. Вот на эту забраться надо. Фиолетовая. Фиолетовая — это хорошо. Взяли фиолетовый дробовик. Так, взрывной. Защитник вместо пистолета. Отлично. С прицелом это хорошо. Так. Это еще было. Взять волейбольный мяч. Там где-то ниже был. Пойдем ниже спускаться. Карабин. Все, здесь все взяли. Здесь больше нет. Есть. Все есть. Боеприпасы есть. И берем последний шаг. Так, смочить сетку бензином, пожечь сетку огнестрельным оружием. Это как? Это как? Это куда и как? Смочить, поджечь. Давай. Идем наверх. Куда нам надо?
cast me out because they thought I was just some chump. But you're gonna show them. You're gonna show them I am dangerous. That must have buzzed their towers. No more sweaty slow motion volleyball for you jackasses. I got the need. The need to seed. Crap. Those are the guys who picked me out. Blow them away. Я вас все равно сейчас убью. I am ready. Так. Сейчас. Так, ну вроде нормально прошел, один раз только помер. Так, надо будет разбираться еще с оружием. Так, вроде здесь все взял. Одно. И мы получили еще 14 левел. Что совершенно неплохо. Пошли на второй этаж обыщем. Так, отомстили. Вот этот вот будет получше будет. Я больше взять ничего не могу, да? Ладно. Теперь нам надо подняться. По-моему, при входе там забыл одну штуку, которая здоровье поправляет. И можно более-менее спокойной совестью тогда выдвигаться к чуваку и сдавать квест. Нету. Ну да, конечно. А как же могло быть иначе? Я же тут. Ну да. Смерть сюда залезть можно? Нет. Да и не особо-то и хотелось тогда, что могу сказать. Так было изначально задумано. Thank you.
Ну, монеты сюда нет. Не, мало здоровья. Здоровья очень мало. Не будем рисковать. И вот очередное задание выполнено. Так, что ты мне можешь предложить? Автоматы. You can be my wingman anytime. Вот это подороже будет. Вот это возьмем тогда. Возьмем подороже. Так, жнец, это все остальное нормально. Так, смотрим, что какие еще у нас есть. Так, коррозия, урон от волны, радиус волны 600, если заряд на нуле, освобождается дрезине волны. Да нет, а вот это что такое? Мерзкий налетчик, тоже класс. Нет, здесь ничего больше не берем. Не берем. Этого достаточно. О, патроны. О, ракеты появились. Ракеты хорошо. Вот теперь все в норме. Заправили всем, чем можно было, теперь надо определиться с этим, с нашим оружием. Так, это у нас дробовик. Что у нас есть из дробовиков? Дробовик, вот, вот еще есть дробовик. Так, ну давай смотреть. +22 на 13. Здесь +11% урон. Скорость стрельбы ограничена только ловкостью ваших пальцев, да? А здесь наносит дополнительную взрывную вал. Ну вот это вот ни о чем. Вот этот ни о чем.
Еще есть дробовики, дробовики. Вот еще есть дробовик. Давай с этим сравним. Как сравнить-то? Е сравнить. Это Е сравнить. Тринадцать, тринадцать. Тут 47 на 5, 20, меткость. Меткость лучше, 47. Скорострельность, перезарядка. Тоже лучше. Емкость магазина 5. Наносит дополнительно. Нет, этот хорошо. Давай вот это меняем. Меняем местами эти два. Куда получается? Продаем. Потом базуки поменяем. Давай базуку тогда поставим. Базуку. Так, Е сравнить. Так, так. Так, сколько? О, Е. Я не то хотел. Вы чё, куда, куда вы? Вообще, о чем речь? Так, вот эту базуку. Оп, выбрать. Вместо вот этого. Отлично. Так, теперь что мне? Е, выбрать, сравнить. Вот, выбрать, сравнить. Давай ищем базуки. А базук-то большие нет, это единственная базука. Отлично. Снайперка. Тоже только одна. Значит, получается, нам надо пока продать дробовики. Ладно. Давай продадим дробовики. Так. Правильно? Да, продаем. Пятый уровень продаем. А это используется. Да, 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 да. Так, теперь нам надо пистолеты еще, да? Здесь остальное. Farewell, friend. Так, значит, дробовик мы убираем. Вместо него ставим. Ставим, ставим, ставим. С этим сравнивать будем. А вместо этого у нас будет вот так. Ну и отлично. Отлично. Так. А, сохранить же нельзя, точно. Я понял. Так. Пистолеты. Сравниваем. Пистолеты. Тут получается 52. Где у вас там поджигающие? Поджигающие. Это вообще ни о чем. Так, это бросим. А, ну бросать нельзя. О, 98 взрыв. Так, вот этот пистолет надо продать. Точно, этот пистолет надо продать. Так, старенький наш продаем. Обжигающий тоже продадим. Продадим. Старый наш. Да он наводится хорошо. Нет, не буду продавать. Не буду продавать вот этот винтарь. Винтарь мы еще не смотрели. 107. 98. 98 вот этот хороший. Так, нужно тогда сделать паузу, подумать. Я сейчас все сделаю, подготовлю, продам. И тогда начнем следующую серию. Еще раз спасибо всем, кто смотрел, надеюсь, интересным будет продолжение.